Иногда не мы едем в Индию, а Индия приезжает к нам. Именно сейчас такое происходит в Москве, в парке Сокольники. Ой, сердце замирает от радости слышать такие знакомые звуки, видеть такие знакомые картины. Не где-то за тремя морями, а именно здесь, в Москве. И дождь нам не помеха, и вьюга нипочем. Кстати, я вот думаю, что в Гоа сейчас примерно такая же погода и в Индии, как у нас здесь. Привет, Сережа. Привет, Настя. Я думаю, здесь что-то кармическое сыграло роль, поскольку День независимости Индии. Да. И сюда нам, кармическим ветром, занесло муссонные дожди из Индии. Ну что, хороший фестиваль. Встретил знакомых, ты тоже, наверное, встретил многих. Позитивная атмосфера, улыбающиеся индуськи ходят. Хороший концертик был. На ситаре человек играл, не знаю, как его зовут. Очень неплохо. Девочка русская ему подыгрывала. Ну так вообще, хорошо. Энди Хасан. Вот. Теперь будем знать. Гуа, смотри Гуа ТВ и будешь знать все. Всегда смотрю. С удовольствием. Окей, my friend, 100, please. Окей. Даже на индийском фестивале возможно торговаться, дорогие друзья. Мы просто очутились в настоящей Индии. Нормально? Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Очень приятно встретить вас на фестивале. Расскажите, пожалуйста, о своих эмоциях. Как вы сюда попали? Случайно или вы как-то уже соприкоснулись с Индией? Вот, и возможно, мы соприкоснулись, Гуа. Да. Мы ездили в Индию, недавно вернулись и были на Гоа. Алена, да, Лена, буквально неделю, пару недель назад. Сюда попали случайно, просто приехали покататься в дождь, как мы это обычно любим делать, но вот увидели, что фестиваль. What do you think about this festival? Oh, it's a very beautiful festival. This is a festival that's been taking place in India for thousands and thousands of years. And it's a day when Jagannath comes from the temple so the people can see him on the street. Tomorrow is Indian Independence Day. So there's like many Indian places to get some food over here. It's been a very, very nice festival. And most of all, it's in Moscow, which is the nicest city on earth. Thank you very much. Thank you. Anastasia? Anastasia. Hare yes. Krishna, namaste. Hare Krishna, namaste. Как будет? Вы скучаете по Индии? Да, скучаю, но иногда. Не очень, я потому что люблю Россию. День Индии однозначно удался. Лично я испытала очень много позитивных, прекрасных эмоций и даже в какой-то степени окунулась в свою любимую атмосферу, покушала индийской еды, выпила масала чай, покаталась на индийской колеснице и встретила интересных людей. Не может не радовать, что в Москве проходит такое прекрасное событие каждое лето. Ждем вас на Дне Индии каждый год. Дорогие друзья, смотрите Гоа ТВ и будьте с нами. Thank you.